Ну, мы сейчас к врачу идем, вообще-то. А к какому? К зубному, а еще и в травмпункт идем. Так что у нас сегодня мероприятие очень. Боишься к зубному идти? Нет. Не боишься? А больно было? Ты уже ходил к зубному, когда первый раз? Да. Ну и что, больно было? Ну, не очень. А как тебе врач, расскажи? Хороший. А что ты ему пожелаешь на его профессиональный день? Вот день врача скоро, что ты ему пожелаешь? Чтобы он хорошо всем лечил зубы и не делал никому больно. Я редко обращаюсь пока, слава богу. А так, любимый врач у меня Кузнецова Надежда Михайловна. Это вторая поликлиника. Что пожелаете ей в ее профессиональный праздник? Здоровья ей, всех успехов хороших и все хорошее, в общем. Ну, у меня жена медик. И поэтому проблем не испытываю. Ждем этого праздника тоже. Ну, доволен. В 123-й медсанчасти она у меня работает. Ну, нюансы там всякие возникают. Ну, обслуживаем, доволен всегда. Потому что, ну, врачи есть врачи. Последний раз мы были у нашего участкового врача-педиатра, у Татьяны Гургеновны. Это на Комсомольской, наше педиатрическое отделение. Очень хороший врач. Ну, желаем ей всегда оставаться такой доброй, как обычно. Когда приходишь к врачу, должно быть как-то вот внимание к этому больному. Отнестись с вниманием, с пониманием. Профессионализма. И, не помню, кто-то сказал, что врач, чтобы больше любили больных, что не может быть врачом, тот, кто не любит больного. Пожелаю, чтобы были хорошие врачи везде, не только в Одинцово, в Москве тоже. У меня есть любимый педиатр, врач для моих внуков. Лидия Васильевна, фамилия Милованова, по-моему, да, давно не обращались, внуки выросли, а остальное... Ну, что вы ей пожелаете? Пожелаю здоровья. Быть такой же отзывчивой, доброй, красивой. Она очень красивый человек и внешний, и внутренний. Есть любимый врач Лобода Людмила Михайловна. Вот я у нее наблюдаюсь уже около 30 лет. Врач замечательный. Именно, как говорят, от Бога врач. Вот. Она и словом лечит, и как специалист высочайшего класса. Вот. Так что дочка у нас врач, зять врач. Так что мы с медициной связаны очень тесно. Любимая есть у меня Татьяна Анатольевна. Вот из первой поликлиники. Я очень ее люблю. Это мы вдруг мы вместе когда-то работали. Пожелания ей скажите, пожалуйста. Главное здоровье. Здоровье, удачи. Успеха вообще всем медикам. Я знаю только одного, который наш педиатр, Галина Петровна. В принципе, меня устраивает, хороший врач. К нам, к моим ребятам обращается хорошо. Пожелание здоровья, конечно, и поменьше пациентов. Ну, а ты бы что врачам пожелал, скажи? Чтобы они тоже никогда не болели. Есть очень хороший, любимый врач в военной поликлинике. Это Коваленко Михаил Федорович. Мой мануальный терапевт. Столько добра людям сделал, столько помог людям. Замечательный человек. Его очень люблю и поздравляю с праздником.